Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. В этом видео я затрону два важных вопроса. Во-первых, я улетаю в отпуск, поэтому какое-то время я буду вне эфира. Один форзафон в срок я не успею сделать, в связи с этим возникает вопрос. Сделать его в виде анонса с предыдущим форзафоном? Или просто записать его, как обычно, по приезду? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как будет удобней. Также гайды по стендам, по заработку и техникам я откладываю на послеотпускное время. Про всех помню, но перед отпуском мне лень этим заниматься. Ну а теперь хочу поговорить о новой рубрике. Пока не знаю, насколько она будет интересна, но идея мне нравится. Предлагаю любому игроку бросить мне вызов. Абсолютно любая трасса и абсолютно любой класс. Ну а я в свою очередь буду выкладывать попытки победить. Как это сделать? Для начала нужно добавить меня в друзья. Потом перейти во вкладку «Соперники». Далее нужно выбрать тип гонки. После этого выбрать трассу. Следующий пункт – это выбрать класс автомобилей. Далее нужно нажать на клавишу «Сменить соперника» и с помощью кнопки «Изменить фильтр» перейти на вкладку «Друзья». Здесь варианты развития событий 2. Вы находите меня в списке, выбираете и подтверждаете трассу. После выбираете автомобиль и стараетесь максимально быстро проехать трассу. В конце, в результатах, вы должны обогнать меня, но моя задача – побить ваше время. Собственно, в новой рубрике я и буду этим заниматься. Второй вариант, если меня в списке нет. Просто напишите в комментариях название трассы и класс, на котором я должен пройти. После того, как я напишу в комментариях, что прошел, можно будет заходить в игру и бросать мне вызов. В принципе, рубрику я описал, оставляйте свои комментарии с дополнениями. Также оставляйте в комментариях ник, чтобы я знал, кого добавлять. На этом у меня все, жду ваших комментариев и всем пока!